Так, ребята, я вас всех приветствую ко мне на моего канал Konami TV, Detrak TV. Так, ребята, у нас с вами сегодня 16 октября 2024 году. И у нас сегодня, как обычно, как всегда, небольшой обзор. Обзор на Русмап. Русмап 2.50. Официальный релиз. Официальный релиз уже вот сегодня. Только-только вот сегодня, только-только что начали обнаруживать и начали потестировать. Так, ребята, при досмотрении моего обзора я бы попросить подписаться на моего канал Konami TV, Detrak TV. Также хочу отметить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного. Так что особо не переключайтесь. Всем желаю добра, всем желаю приятного просмотра. Ладно, ребята, прежде установить наш вот эту сборку, где его особо можно скачивать. Так, короче, покинем игру. Так, заходим в браузер. Не знаю, кто на каком браузере сидит, как бы я, особо как бы в Яндексе, как бы. Короче, смотрите, файл скачивается из официально сайт Mathub. Ну, сайт советуем, рекомендуем, официальный сайт. Также под видео будет в описании. Короче, Русмап 2.50 для нашей совместимости для Евротрек Симулятор 2.1.50. Короче, смотрите, ребята, у меня уже, ну вот она как бы скачивается с помощью Modfire, но я не буду его скачать по такому причине, что у меня вот тут есть, где вот раздел загрузка. Откроем Русмап 2.51. Откроем. И вот, как обычно, как всегда, идет три файла. Вот так. Излучаем. Выделяем. Излучаем. И выбираем путь назначения, где его можно установить. Соглашаемся. Да, естественно, что она у меня уже есть, как бы. Но как бы пусть будет как есть, что есть, для того, чтобы мне было понятно и вам было интересно. Короче, ребята, не знаю, кто-то его выложил на общем в доступе. Выходит так, Русмап полностью исправлена. Все баги исправлена на свой собственный прицеп груз, когда до этого дня у нас огромная была проблема. Теперь решена вот эта вся проблема. Также добавлено между тамбов Пенза. Добавлено. Сейчас не переключайтесь, дальше будет интересно. Все, ребята, уже скоро у нас с вами как бы все как бы в принципе излечилось успешно. Все, мы все это моменты, окошко, мы все это закроем. Теперь остается попасть самому в игру. Да, естественно, что у меня Steam лицензия с дополнением DLC. Это еще не все. Также хотел отметить, что пусть там будет Steam, пусть там будет пиратка, без разницы. Самое главное, у вас должна быть все DLC. Да, для любой сборки нуждается дополняшка. Северо-Восток, Запад, Юг, Балтика, Черное море, Иберия. Так, итак, поехали. С каким образом, с каким приоритетом, но у вас-то не знаю, как должна быть. Так, ребята, короче, смотрите, попадем профиля, создать новый профиль. Так, использование облака Steam, естественно, что все это моменты мы исключаем. Также, ну, для тех, кто она, то оставляйте она, для тех, кто он, пусть будет он. Пишем тут, как там пишется, я не знаю. Русмап 2.50 для 1.51.50.
Steam, пусть что есть. Выберем какой-нибудь там дядя. Пусть будет там Вальвуха, моя мечта. Там логотип компании. Не обязательно. Пишем тут как там обычно. Там ля-ля-ля-ля. Так, создать. Ну, ребята, я создать не буду. По такому причине, что... Да, как бы, да. И все, попадем в раздел мода. Видите, я немножко торопился, как бы. И вот тут просто пишем. Да, там. Ну, пусть там будет Рус. То есть у меня тут всякие различные есть, как бы, вот, хотя речь идет о вот три файла. Итак, поехали устанавливать официально Rus Map. Даже тут написано, что официальный релиз. Вот. Ну что ж, поехали устанавливать. Так, model map dev. Вот с таким порядком у вас и у нас должна быть model map dev. Все, при правильном актуатор мода принимаем применить. Model карта, ну там дальше посмотрите. Те, кто собирать его соединить с другим сборка, тогда все это моменты модуль карта просто пропускаем. Абсолютно тут ничего лезет, трогать не будем. Если те, кто только хочет использовать только Русмап, ну естественно, что выбираем Русмап. Но я не буду его сейчас перед вами выбрать. Пусть будет, что есть, того есть. Также при использовании облака Steam все это моменты мы исключаем. Создать. Ребята, я создать не буду по такому причине, что у меня есть уже готовый профиль, который я вам могу показывать. Продолжаем. Да, ребята, я просто, как я увидел, я уже в шоке стал. Я думал, это может какой-то лохотрон или там... Ну, ребята, сами понимаете, всякие могут быть, как бы, да, в жизни всякие могут произойти. Да не, потом я увидел, да нет, действительно, официально уже... Уже берет груз на свой собственный прицеп, не на прямые заказы и на, ну, груз агентства, это понятно, как бы, но на прямые заказы, ну, это тоже понятно, но взял, как бы, на свой собственный прицеп, поехал, взял груз, ой, там прям класс, прям красота, прям супер, ребята, вот сейчас не переключайтесь, и перед вами сейчас все это моменты посмотрим. Потестируем для того, что мне было понятно и вам было интересно. Все, ребята. Как видите, как мы видим. Короче, смотрите, ребята. Тут, как обычно, ничего делать не будем. Откроем карту. Короче, смотрите. Видите, ребята. Вот это у нас дефолт. А вот он, наш доблестный русмап. Русмап, который... Даже не знаю, как вам все это моменты рассказывать. Которая полностью исправлена, также исправлена, переделана вот это место. Видите, вот я не помню на предыдущей версии, какая тут была, но тут видите, какая история произошла. Вот тут дальнейшее тоже какие-то коннектор. Либо исправление, либо коннектор, короче, видите, да, вот тут, короче, вот тут должны какие-то соединения, но его нету. Короче, смотрите, ребята, вот сейчас, ну, я при создать новый профиль, я как бы выбрал штат Москвы, штат Москва, вот первое задание, официально первое задание, которое я должен выполнить. Видите, взял как бы груз на свой собственный прицепы. Видите, если выбрать, вот видите, у меня рефрижератор, Танаровский рефрижератор. Короче, смотрите, ребята, если мы откажемся, вот, например, давайте вот, ну, давайте сначала попадем в игру. Вот, из Москвы до Стамбула. Все как бы, да, вот. И я еще, видите, ребята, кое-что я забыл. Короче, смотрите, что еще наш в Русмапе добавлено. Теперь официально добавлена дорожная переправка Стамбов. Пенза, потому что мы помним, до этого дня несколько раз начали все это моменты исправить, но не удалось исправить на свой собственный прицеп взять груза и
не добавлено вот это, но вот это я особо как бы не понял. Я вот только что перед вами я его начал открыть. Видите, тут он может там, ну, это уже как бы идет релиз официально Русмап на 2.51. Но я не знаю, если у кого есть там предыдущая версия, я не знаю, попробуйте. Может, будет ли работать или нет, я вот понятия не имею, короче. Ну, такая сборка. А, я еще, видите, я еще хотел вам кое-что показывать. Короче, смотрите, ребята, если мы откажемся груз, смотрите, видите, да, вот, например, мы отказались. Вот, все, мы отказались. Теперь заново попадем в биржа груз, потому что это огромная проблема была до этого дня и до этого, ну, до этого дня и до этого сегодня, как бы. Вот Москва, и вот, как бы, уже это как бы Русмап, а вот это уже Финляндия, это уже как бы как там Балтика, по-моему, да, по-моему, или там вот пусть, давай вот, например, берем, давай, например, берем там, короче, из Москвы до Калерия, чтобы как бы это все уже как бы идет дефолт. Но я не буду туда ездить, я вот прямо сейчас, где я нахожусь, давайте, это у нас комнатные цветы берем. Все, как бы мы отказались. Короче, смотрите, сейчас быстренько мы залетим до наш нужное место. Вот он, видите, да? Вот сейчас быстренько мы залетим, как бы, ну, не суть, и нормально, как бы. И вот наш биржа груз берем, и вот, пожалуйста, и вот, пожалуйста, видите, да? То есть и выходит так, что у нас с вами все это моменты у нас с вами исправлено. Просто мне надо где-нибудь встать для того, чтобы загрузить наши грузы. Вот видите, да? Также все, ребята. В принципе, все, ребята, больше никакие сложности не имеет. Больше никакие сложности не имеет. Больше никакой фиксы, никакие коннекторы, никакие флюшки больше нам с вами не понадобятся. Установили Русмап. И дальше наслаждайтесь, играйте, получайте свои удовольствия. Вот еще раз я открою карту, чтобы мне было понятно и вам было интересно. Вот, пожалуйста. Вот наш доблестный Русмап. И вот, как бы, ну, там дальше уже пошла все дефолтная карта. Дефолтная. Ну, такая сборка, ребята. Надеюсь, обзор кому-то было полезно. Обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поддерживайте, пожалуйста, моего канала с подписка, с лайка. Конами ТВ, Дитрак ТВ. Оба ссылка закреплена будет в комментариях, а также под видео будет в описании. Также, где его можно скачать, где его можно приобрести, также ссылка по этот наш доблестный исправление Русмап. Наконец-то все это моменты наконец-то исправили. То есть вот как бы как-то так. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.